Новые назначения в правительстве края. Алексей Кумарьков и Александр Забыличенко возглавили Министерство природных ресурсов и Министерство специальных программ. Алексей Кумарьков и раньше ведал вопросами охраны природы на Камчатке. Глава региона Владимир Солодов на встрече с министром подчеркнул, это направление одно из ключевых. Экология – это, с одной стороны, для нас ставка для развития, это наша стратегия дальнейшего движения. С другой стороны, мы видим то внимание и то беспокойство, которое жители Камчатского края уделяют вопросу защиты, сохранения нашей уникальной природы, экологического благополучия. Все эти вопросы находятся в зоне ответственности министерства. В этом году мы приняли решение о реструктуризации, о расширении полномочий министерства полномочиями в сфере охраны объектов животного мира. Тоже большое количество здесь вопросов возникает, поэтому я рад сегодня объявить о назначении вас на позицию министра, уже без приставок временно исполняющей обязанности. Александр Забыличенко назначен на должность заместителя председателя правительства, министра специальных программ Камчатского края. Ему поставлена задача провести аудит краевой системы реагирования на природные катаклизмы. До Камчатки Александр Забыличенко работал руководителем Следственного управления Следственного комитета России как на Сахалине, так и в Республике Саха-Якутия.